фойе театра оперы и балета зрителей встречает кадетский духовой оркестр. Именно он создает здесь особую атмосферу одного из главных христианских праздников. Программа рождественского концерта насыщенная. Выступают лучшие коллективы Самарской области. Все песни о главном. Со сцены звучат слова о милосердии, совести, благородстве, достоинстве. Одна из ключевых тем – труд духовный и физический, а также патриотизм. Любовь к родине и в песнях, танцах, и в стихах, и в народных костюмах. Отдельное внимание к поддержке семейных ценностей. Рождественский концерт в Самарском академическом театре оперы и балета радует самарцев уже более 20 лет. В этом году артисты, детские епархиальные коллективы, кадеты представили около 20 номеров. Чувство радости, вот такого полноценного праздника, как бы радость, разделенная со всеми, это полноценная радость. Только вот здесь ее можно почувствовать, что все наши православные христиане во главе с Владыкой вот ощущают эту радость, да. И радость, что нас так много православных, что у нас и дети православные. Такое как бы чувство подкрепления, что... Нас все больше и больше. С каждым годом все выше и выше. Уровень интереснее, новые интересные моменты в сюжете. И больше концертов, больше коллективов выступает. И радостно, что дети такие православные. Наша смена растет. Рождественский концерт уже приравнивается к Рождеству Христову, а это самый великий праздник, который есть у нас у православных христиан, потому что родился Христос. Если Он родился, значит, Он пришел на землю. А пришел на землю для того, чтобы спасти нас с вами, грешных. Поэтому этот концерт, он и для того и создан, чтобы привлечь благодать Божию. Ежегодно во время святочной недели концерт собирает порядка 1000 зрителей и сотни участников. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.